Всем привет, сам Лев, и сегодня мы пройдем карту в Майнкрафте, да, и в принципе, давайте сразу же будем начинать. Окей, давайте посмотрим правила, все стандартные правила, не читерить, не ломать блоки, бла-бла-бла. Да, вот я его уже читал, решил еще раз прочитать. Окей, так, здесь вам предстоит выбраться из старого заброшенного дома, находя разные ключи и вещи. Карта небольшая, но может заставить напрячь мозги. Цель, вы можете поджигать потухшие факелы с помощью огнева. Ищите предметы, обыскивайте все, блоки, контейнеры. Желаю удачи. Окей, все, мы нажимаем старт, правый клик, и нас, я так понимаю, переносит. Да. Честно говоря, я просто решил сейчас пройти карту, да. Я, честно говоря, до того, пока не прочитал о карте вот это, да, так и не мог понять, о чем эта карта, потому что я просто-навсего очень давно ее скачал. Просто там, видимо, понравилось описание или еще что-то давно. Ну вот, как-то так. Окей, у нас есть огнево и насыщенность 5. Хорошо. Две не открываются никаким образом. То есть я нажимаю правую кнопку, а ничего не открывается. Так. Ну, пока что я вижу только камни там, да. Опа, сундук, ключ, отлично. Ключ, наверное, от сундука. Нет. Дверь. Отлично. Подождите, а дверь я просто... Не, она 100% не открывалась. Да, она не открывалась. Ну, понятно. Так, ну, зажигалки, я думаю, нам на всю игру хватит. Если у нее прочность не урезана. Тут. Хотя, как я вижу, нет, не особо. Так, свет мигает. Окей, давайте мы пока что спускаться никуда не будем. Тут дверь у нас открывается. Плоть, уголь... Плоть. Я все буду забирать. Это что? Это закрытый сундук. Просто закрытый. Ключ не подходит. Понятно. Факел. Ну, здесь он не нужен. Здесь вот это хорошо светит. Возьму роза визора. Так, опа. Кожа. Ну, кожа, наверное, тут не нужна. Ключ 2. Так. А как я это прочекаю? Посмотрю. Кожу заберу. В любом случае, из нее что-то можно скрафтить, я не знаю. Там что-нибудь прикольное. Так, ключ 2 это от чего? Вот этот у нас не открывается. Так, ну нет, он не открывается, он не будет открываться. Так, ладно, я включу. Наверное, понадобится. Хотя нет. А, ну понятно, здесь типа окно, а здесь все темное. Темно. Темное, темно, окей. Да-да-да. Так. А, ну тут можно спокойно спуститься, можно сразу. Хорошо. Так, ну это, понятно, две кнопки обычных. Я только не понимаю, для чего мне нужен ключ второй пока что. Пока что не понимаю этого. Поэтому буду нажимать туда, куда могу. Им. И, может быть, что-нибудь найду. Так, ну железные двери, это понятно. А, ну как бы деревянную дверь какую-нибудь надо открыть. Которая не открывается. Так, это первая комната. Тебя! Кнопки нет тут. Не открывается. Тут я нашел как раз этот ключ. Вроде я так сейчас смотрю, получается... Короче, я так понял, эти ключи открывают только деревянные двери. Хорошо. Попробуем. Ух ты, смотрите, то есть тут не было бы выбора. В любом случае приходится прыгать вниз. Так, хорошо. Так, ну железные двери, они не открываются. Здесь все железные двери, я не понимаю, что мне тогда нужно. Так. Просто темно. Просто дырка. Так, ну попасть я туда не могу пока что. Может быть, на кирпич как-то. Так, ну, тупить я, наверное, знатно тут буду. Хотя это не точно. Так. Опа! Как я этого не заметил. Рычаг от двери ставить... Все, я понял. Что это? Ну-ка. А, это люк, да? Да, это люк. Понятно. Я... А, на люк, точно. Все, окей. Я начал понимать. Так, это у нас... А, это же у нас первая комната. Подождите. Это мы просто назад вернулись. А, ну хорошо. Я просто получил ключ. А, ну, в любом случае, здесь надо выбраться.
Это понятно. Так, опа. Опять же сюда. Я думаю, мы еще наверх будем подниматься. Поэтому ладно. Окей, я открыл. Вот так вот сделал. И идем дальше. Так, верстак. Ну, здесь, короче, у нас ничего нету. Наверх. И, ух ты, новая комната. И достаточно большая. Так, что-то тут мигает. И дверь. Так, ключ 2. Ключ 2, вот он вообще не использовался нигде. 100% это сейчас он использовался, да? Звук какой-то вроде как необычный был. Тогда окей. Так, ну это все открывается с помощью рычагов, наверное, либо кнопок, которых пока что я еще не видел. Поджигать там было написано только факела, вроде как можно, поэтому... А мы здесь посмотрим. Вы можете поджигать потухшие факелы. Все, то есть тут нельзя остальное поджигать, типа забора, поэтому... Поэтому да. Так, опа. Надо в эти дырочки иногда смотреть. У них тоже что-то интересное может быть. Но пока непонятно. То есть я тут гуляю. И пока что я ничего не нашел такого. Чтобы это меня прям заинтересовало интересно как-то. Так, комната. А, это наша комната? Да, по-моему. Или нет? Нет, это не наша комната, какая-то новая. Просто я не знаю, я эту карту 40 минут буду проходить. Я кнопки не замечаю, вот какая моя главная ошибка. Я понял, я просто не вижу кнопки. Все. Да, главная ошибка. Так, а я не понял. А, блин, опять кнопку не заметил. Они специально это поставили. Текстурки же в Майнкрафте изменили, и теперь неудобно ничего делать. Так, ставить на кирпичи, хорошо. Это точно не там. Так, сейчас мы вот здесь спустимся. Да где люк-то, алло? А, люк как раз вот, получается, вот здесь вот. Опа, спускаемся. Спускаемся и... так, это у нас было. Вот, отлично. Дверь открылась. Опа. Смотрим вокруг. Просто черная стена. Да-да-да. Паутина. Опа, здесь, кстати, надо все смотреть. Ключ. Неизвестный ключ. А вот это тоже неизвестно было. Ну, мне точно. Мне точно было это неизвестно. Так, ну я все проверил вроде как. Здесь кроме ключей особо ничего интересного не должно быть, наверное. Так. Наверху ничего не... Наверху что-то есть, кстати. Лестница. Может быть, она упадет? Я не знаю. Или что-то такое. Короче, понятно. Мы будем все прям смотреть. Поливаться вот сюда потом кнопки надо будет поставить. Так. Хорошо. Хорошо. Неизвестный ключ, это значит то, что это точно не сейчас. Так. А это что? А, нет. Ключ третий. Я думал, что это моя первая комната. Почему-то я так подумал. С чего-то. Так. Третий ключ. Третий ключ. Окей, у нас есть неизвестный ключ и третий ключ. Вот так вот мы сделаем. Это мы убьем. Чтоб не мешало. И как бы я пока не понимаю, что от меня тут нужно. То есть я ношу, я как бы просто хожу пока и ничего такого особо интересного я не вижу. То есть, ну, хожу, вот там наверху вроде как особо ничего нету. Ну, лестница только. Лестница нам, наверное, точно сейчас не понадобится, хотя фиг его знает. Так, подождите, по-моему, мы именно в этих местах нашли третий ключ. Оказывается, ключи умеют открывать... Ладно, я вас понял. Но второй ключ, по-моему, я тоже уже использовал. Если что, я вот так вот сделал. Я вот так вот первый, второй, третий. Все. Все, отлично. Я попал как-то в эту комнату, непонятно как. Офигеть. То есть ключи, они работают на железных дверях. Понятно все. Так, опа, рычаг. Ставить на гладкий камень. Ну, конечно. Конечно. Гладкий камень. А, это что, все, что ли?
Да вы что издеваетесь, что ли? Блин, вот оказывается, чисто я просто тянул ролик этот, то есть, как это получается, оказывается, я думал, то, что эта карта хотя бы минут на 10-15, но, как оказалось, все это время я тянул, то есть, я думаю, сейчас еще половину где-то прошел, может быть, процентов 70, ну, не точно, ну, не все же точно, но, вот, как оказалось, все очень просто, карта явно простая получилась, но, в принципе, ничего страшного, как бы, то, что она такая простая получилась, в любом случае, мне понравилось, то есть, ну, такая, типа, 4 из 5 можно поставить, в принципе, баллов, ну, я не скажу, что это прям суперская карта, но она, в любом случае, неплохая. Всем спасибо, всем пока и удачи. Пока-пока. Ну и как бы все. Теперь точно я буду стараться чаще выпускать. Да, ну и, кстати, наверное, следующий ролик будет время хардкора опять же. Потому что они время хардкора сейчас раз в месяц выходит. Да, тоже будет чаще выходить. Да, но если ролики будут 3 раза в неделю выходить, то тогда, естественно, все будет чаще. Да. Все. Всем пока.